Паводковая ситуация в регионе стала темой обсуждения на аппаратном совещании у акима Карагандинской области. Там побывала Бакытгуль Оокасова. В Карагандинской области затоплены более 1700 домов. 35 населенных пунктов оказались под водой. При паводковой ситуации люди не пострадали, однако зарегистрирован падеж 340 голов скота. Пострадали Абайский, Каркаралинский, Жанаркинский, Шетский и Бухажирауский районы. Сейчас наиболее тяжелая ситуация в поселке Габидена Мустафина. В настоящее время наиболее сложная обстановка складывается в поселке имени Габидена Мустафина с населением 4115 человек, которые были эвакуированы, где было затоплено порядка 80% территории. По утреннему докладу в населенном пункте сохраняется подъем воды. Более 300 спасателей прибыли из Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Задействована 51 единица техники. В районах были сооружены около 7000 метров защитных дамб. В общей сложности со стихией борются около 1500 человек. Глава региона поручил акимам городов и районов заняться подсчетом ущерба, нанесенных жителям затопленных пунктов, восстановить жилье и скот. Акимам городов и районов мобилизовать все имеющуюся технику, людские ресурсы на минимизацию и ликвидацию последствий паводков населенных пунктов. В оперативном режиме принимать меры по размещению эвакуируемого населения, обеспечению горячим питанием и необходимым имуществом. Организовать работу по подсчету ущерба, нанесенного жителям подтопленных населенных пунктов. С уходом воды спланировать и организовать работу по рекультивации земель, благоустройству территории, ремонту дорог. Аким области поручил продолжать работы по эвакуации населения из затопленных районов. Кроме того, обеспечить жителей горячим питанием и необходимым имуществом. Бакытгуль Оокасова, Рустам Бараев, Владимир Иванюк, 5 канал.